клесты свежие отъедаются. Три молоденьких с желтыми перышками налеты. И один взрослый клест с черными атласными крыльями. Ни одного желтого пера, вот он сейчас прыгает. Ни разу на прутья не прыгал. Ни разу. Сразу принялся все пробовать, и семечки, и смесь канареечную. Будем слушать, прослушивать, что покажет. Как бы ставка вся на него. Первый день себя показал сразу он. Только по жердочкам прыгает. Сколько наблюдал, ни одного движения на прутье сетки не сделал. Посмотрим. Красивый клёст. Крылья атласные прям блестят.